Так, доработка канистры. Вместо вот этой заклепки ставится вот такая вот проволока. Нужна немножко столистая. Дальше вот здесь вот внутри выгибается небольшой дугой резьба. Смысл в чем? Что вот закрылось легенько, люфт присутствует. А за счет того, что здесь есть дуга, вот я делаю дожим, и все, никаких утечек. А здесь получается обычная резинка, те, что в магазине продаются, что там самому можно сделать. И ничего не надо подкладывать. Как-то так.